Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу сделать видео опять в формате видео-вопроса. И видео-вопрос такой. Коллеги, скажите, расскажите, поделитесь, а как близкие, которые живут с вами под одной крышей, относятся к вашему увлечению ножами? Как они вас подкалывают этим? Я понимаю, что раз вы нажиманы, раз у вас какие-то коллекции там есть, то все-таки близкие, по крайней мере, не очень сильно против этого, раз вы и собираете. Но быть не против — это одно, а подколоть — это совсем другое. Вот мне интересно, как же реагируют ваши близкие на увлечение вот этим вот железом? Потому что, в принципе, насколько знаю я, почти все мои друзья и знакомые, они в первую очередь во всем этом видят оружие, а не инструмент. Вот как у вас происходит? Ну, заодно же скажу о себе. Жена моя, в принципе, спокойно относится к моему увлечению. Но когда хочет подколоть, то подкалывает. Подкал следующим образом. Она дает некоторым моим ножам имена. Ну, что такого скажете вы? Вот куча же имен. Вот он. Эланд, Pocket Bushman, Recon, Voyager. А все немного не так просто. Видите ли, мы с супругой, с момента того, как мы первый раз с ней познакомились, и до момента того, как мы с ней поженились, прошло достаточно много времени. Сначала мы просто были коллегами, жили в разных городах, иногда по работе встречались, потом мы стали друзьями. Ну и имел я глупость, кстати, не повторяйте такого никогда. Мы же друзья, ну, разговоры разные. В общем, получилось так, что моя жена была в курсе всей моей предшествующей личной жизни. Как бы, ну, все нормально, все это без проблем. Ну, а теперь, когда она хочет меня подколоть, она знания использует. Она дает моим ножам имена, не просто какие-то там красивые, типа Эланд, а имена моих бывших. Вот, все вы знаете, достаточно хороший нож, Colt Steel Finbeer. Кстати, единственный нож, который не вот здесь у меня хранится, а на кухне. Супруга отобрала его для хозяйственных нужд. Вот он носит имя одной из моих бывших, потому что он несуразный. Вот у этого имя другой моей бывшей. Потому что, ну, прям как у нее нос с горбинкой. Вот у этого имя третий. Потому что такая же до безобразия худая. Ну, так можно продолжать еще некоторое время. Думаю, смысл вы поняли. Поэтому, господа, товарищи, не стесняемся. Делимся своими рассказами. Кто и как из ваших близких додумался подколоть вас по поводу вашего увлечения всем вот этим вот острым, блестящим и красивым железом. Всем спасибо за внимание. До свидания.